Всем привет, ребят, с вами Хэппи Вака Геймс. И сегодня мы, нет, не будем открывать подарки. У нас с другом какое-то соревнование, кто лучше подарок откроет. Ну, ладно, соревнование так соревнование. И что у него? У меня лучше. Я выиграла. Все, теперь принимай трейд. И мы начнем наше соревнование на счет подарков. Все. И приступим. Даем ему половину наших подарков. Это 3 подарка. И начинаем. Короче, ребят, у нас началось соревнование. И он открывает, и я открываю. И посмотрим, кто везучее. И он выиграл это, а я выиграла это. У нас одинаковые. Все еще у нас тогда 2. Сейчас подождите, ребят, я не поняла кое-чего. У нас пока 2-2. Я выигрываю. Нет, пока что никто не выигрывает. Yes. И последний подарочек. И кто у нас выиграет? Так-так-так. И я его... Не знаю. Так я его выиграла. Я невезучая написала. Так, и я ему написала, что я выиграла со счетом 4-3. Я выиграла. Да, ребят, хотела устроить конкурс, а в итоге получила соревнование подарков. Yes. Мне подруга предлагает трейд по цветам. Короче, первый цвет, ребят, голубый. И мы с вами вещь, голубого цвета. А, да, да, забыла сказать. Ко мне пришла подруга и такая, давай трейд по цветам. Такая, ок. Короче, ребят. Мы ищем, ну я, вернее, ищу вещи голубого цвета. Мне не получается их найти. Вот эту вещичку голубого цвета. И что у нас еще? Пожалуй, один трейд сделаем и все. И что ты последнее положишь? Окей, нормально. Одного трейда будет достаточно, думаю. О, мне кто-то трейд предложил. Так, пишем девочке ок. И говорим белый. Что? Давайте последний. Лол, у нас одинаковое. Лол. И тебе напишем. Вместе белые вещи ставим. Вот так, вот эту вещичку мы поставим. И что еще можно поставить? Вот такой футбольный мячик. Что уж там? Что еще? Что еще? Можно белое поставить. Мне белых вещей совсем нет, ребят. Это кризис. О, газета. И вот эта штучку. Нормальный, пожалуй, на этом я заканчиваю. Это как-то уже видео из двух типов. Все. Всем люблю. Скоро встречи. Всем пока.